Запишите, запечатайте и ждите дальнейших указаний. Мисс Торн, вы помогли нам устроить будущее Лондона. Мы благодарны. И орден, и я. Но поймите, плащаница моя. Увы, я разрываю наш союз. Обещаю обеспечивать вас до самой старости. Это все, что я могу. Да направит вас отец понимания. Да, войдите. Мисс Торн, сэр. Что с ней? Мне жаль, сэр. Она мертва. А где ключ? Мне нужен ключ! Увы, при ней мы ключа не нашли, сэр. Плащаница будет моей. И ради этого я готов пойти на все. Сожги письмо. Вправить этой тростью кому-нибудь мозги? Надо поговорить. Последние несколько дней за мной следит какой-то странный малый. И нервный такой. Ха, подозрительно это. Вот что, веди себя как обычно. Если снова объявится, я разберусь. Когда вернемся, втащи его в поезд. Ага, ладно. Thank you.
Агнес, похоже, за тобой бандиты следят. Ой, нечего бояться. Просто какой-то дурень увязался. Уверена? Абсолютно. Вот ты где, жулик. Либо тут разгуливают крысы, либо воняет грачами. Прячешься от кого-то. Смотри, куда прешь. Простите, мисс. Я миссис Болван. Мам, что делает тот дядя? Чертов придурок. Простите, но это женщина из банды. Какой еще банды? Их убежище в поезде. Кажись, они угробили Кейлока. Зовите парней с крыши, мы ее выкурим. Вон она! А еще за ней какой-то дурень идет. Эй, Агнес, все в порядке? Само собой, все прекрасно. Но за тобой бандиты следят. Не, всего один парень, и тот дуралей. Дело серьезное. Возможно, на станции западня. Не мели чепухи. Нужно быть на станции раньше, Агнес. Дерьмо. Посмотрим, как ты после пойдешь. Боже правый! Вот так-то. А что там с тем парнем, который следит за Агнес? Вот чёрт, кто-то опять с хлопушками развлекается.
Ну и кто ты? Найджел Бамбл. Что вам нужно? Хочу присоединиться. Ну вот, дожили, он знает, кто мы. Что ж, малец, если не боишься запачкать руки, поможешь мне с Бертой. Правда? Как здорово! Вы не пожалеете, мисс?